Ары қарай эфирді орталық коммуникациялар қызметіндегі брифинг жалғастырады. Қайырлы күн. Рахмет, ғазиза. Қайырлы күн, әріптестер. Қазақстан Республикасы президенті жандағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан баспасөз конференциясын бастаймыз. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем прямую трансляцию с информационной площадки службы коммуникации. Бүгінгі баспасөз конференциясының тақырыбы жасанды интеллект тұжырымдамасы. Еліміздің бас медиа алаңының құрметті спикерлерімен таныс болыңыздар. Жасанды интеллект комитетінің төрағасы Ғизат Байтұрсынов. Цифрлық үкіметті қолдау орталығының бас директоры Рүстем Биғари. Назарбаев университеті жанындағы ИСА институты директорының сыртқы байланыстар жөніндегі орынбасары Мадина Абдрахманова. Ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамы басқарма төрағасының міндетін атқарушы Мун Дмитрий Андреевич. Құрметті спикерлер, қош келдіңіздер. Алғашқа сөз кезегі Ғизат Байтұрсынов. Өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес министрлік алдағы 5 жылдық кезеңге арналған жасанды интеллекті дамыту тұжырымдамасын әзірледі. Қазақстанда жасанды интеллекті енгізу бойынша стратегиялық көзқараспен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Мемлекеттердің жасанды интеллекті қолдануға дайындығы Oxford Insights әзірлеген әдістемемен анықталады. Осы әдістемеге сәйкес Қазақстан цифрлық әлеует және деректердің қолжетімділігі көрсеткіштер бойынша жоғары әлеуетке ие. Сонымен қатар, біз жасанды интеллект саласындағы елдік стратегиялық құжаттардың болмауына байланысты пайымдау көрсеткіші бойынша айтарлықтай артта қалып отырмыз. Тұжырымдаманың негізгі мақсаты жасанды интеллект экожүйесін құру, экономика және мемлекеттік басқару салаларында жасанды интеллект технологияларын енгізу болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін тұжырымдамада келесі бағыттар жеке-жеке қарастырылады. Олар деректер, инфрақұрылым, адами капитал, ғылыми зерттеулер, реттеуші орта және акселерациялық бағдарламалар. Деректер жасанды интеллект дамуының негізгі элементтерінің бірі болып табылады. Өздеріңіз білетіндей, бұл бағытта үлкен жұмыс атқарылуда. Ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамы мемлекеттік органдардың деректерін Smart Data үкіметке жинайды. Smart Data үкіметке жаңартылып тұратын 93 деректер базасы қосылған қазіргі уақытта. Жинақталған Smart Data үкімет деректері үлкен деректерді терең талдауға және соған негізделген шешімдер қабылдауға кең мүмкіндіктер ашады. Келесі инфрақұрылымды дамыту үшін келесі шаралар бізде көзделеді. Олар Қазақстанда суперкомпьютерді орналастыру, халықаралық әріптестік арқылы деректерді өңдеу орталықтарын салу, жасанды интеллект ұлттық платформасын құру және талшықты оптикалық байланыс желілерін дамыту болып табылады. Халықаралық технологиялық компаниялар мен деректерді өңдеу орталықтарын салу бойынша келіссөздер қазіргі уақытта жүргізілуде. Жасанды интеллект ұлттық платформасы деректер жиынтығы, есептеу қуаты және басқа да жасанды интеллект құралдары сияқты қажетті ресурстарды қамтиды. Бұл ресурстар мемлекеттік органдарға, стартаптарға, жоғарғы оқу органдары мен жасанды интеллект энтузиастарға қолжетімді болады. 2029 жылға қарай осы платформада жыл сайын 25-ке дейін жасанды интеллект өнімдерін әзірлеу жоспарлануда. Адами капиталды дамыту шеңберінде жасанды интеллект экожүйесін дамыту үшін кешенді инновациялық инфрақұрылым әзірленуде. Елімізде оқытушылардың қатысуынсыз пир-ту-пир әдістамасына негізделген практикалық оқытуды ұсынатын бағдарламалау мектептерін іске қосу жоспарлануда. Бұл студенттердің өзара әрекеттесуіне және зерттеу тәсіліне ықпал етеді. Зерттеу орталықтарын құру үшін халықаралық компаниялармен және институттармен ынтымақтастық орнатылмақ. Бұл жасанды интеллект саласындағы ғалымдарға озық әріптестермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар Техорда бағдарламасының ваучерінің 30% жасанды интеллект саласындағы және мектептерді IT мамандарын оқытуға бағыттауда көзделуде. Жалпы азаматтар өмірінің әртүрлі салаларында жасанды интеллектті тарату бағдарламасы пысықталуда. Халықтың кең көлемде таратудың маңызды құралы Digital Bridge, TechCrunch, Web Summit сияқты форумдар мен конференцияларға қатысу және оларды ұйымдастыру, демокүндер өткізу, ғылыми конференциялар, аймақтық родшоу, көрмелер мен хакатондар сияқты әртүрлі ұлттық және халықаралық шараларға қатысу болып табылады. Нысаналы индикатор ретінде жасанды интеллект оқытатын жоғары оқу орындарының үлесін 2025 жылы 20%-дан 2029 жылы 60%-ға дейін арттыру көзделуде.
Жасанды интеллект саласындағы зерттеулерді дамыту үшін Назарбаев университеті ұлттық ақпараттық технологиялар бірігіп, қазақ тілінде үлкен тілдік модель КазЛМ әзірлейді. Бұл модель 100 миллиард токенге негізделетін болады. Модельдің сапасын жақсарту үшін қазақ тіліндегі деректерді жинау өте маңызды. Осы мақсатта ұлттық деректер жинау науқаны Hugging Face платформасына жүргізіледі. Қазіргі уақытта ашық көздерден 30 миллиард токен жиналды. Сонымен қатар мемлекеттік және квазимемлекеттік органдардан, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдары мен мұрағаттардан 90 терабайт деректер жиналды. КазЛМ-нің алғашқы нұсқасы осы жылдың 1990-ында ұсынылады. 2029 жылға қарай біз жасанды интеллект саласында патенттер санын жылына көлемінде 20-ға жеткізу жоспарлануда. Мемлекеттің жасанды интеллект қолдау және дамыту саясатын үйлестіру және тиімді жүзеге асыру үшін цифрлық даму министрлігі жанында жасанды комитет, жасанды интеллект және инновацияларды дамыту комитеті құрылды. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, жасанды интеллект индустриясын табысты дамыту үшін деректерге қол жетімділік, технологиялық инфрақұрылым және қолайлы реттеуді қамтитын экожүйе құру арқылы мемлекет тарапынан қолдау қажет. Мәселен, комитеттің негізгі міндеттері есептеу қуаты бар инфрақұрылымды құру, КазЛМ қазақ тілінің моделін құру, жасанды интеллект қауіпсіз, жауапты және этикалық пайдалану үшін жағдайлар жасау, салаларды жасанды интеллектті қолдану, сондай-ақ адами капиталды дамыту болып табылады. Акселерациялық бағдарламалар ақпараттық технология нарығындағы кәсіпкерлік белсенділікті арттырып, мультипликативтік әсер береді. Бизнес қоғамдастықты барынша кең дамыту үшін есептеу қуаттарының деректер базасының, датасеттердің, бұлттық есептеулер жеңілдіктердің және тағы басқа қол жетімділігін көздейтін жасанды интеллект экожүйесін құру қажет. Экожүйені дамыту шеңберінде халықаралық компанияларда Microsoft, Google, Booking және тағы басқа да жұмыс істейтін қазақстандық мамандардан жасанды интеллект ұлттық құрамасы құрылды. Құрметті брифингке қатысушылар, тұжырымдаманы іске асыру жасанды интеллект дамыту үшін қолайлы орта құруға, дағдыларды қажет ететін жұмыс орындарын құруға, экономиканың барлық секторларында кәсіп орындарының өнімділігі мен кірістілігін арттыруға және халықтың өмір сүру сапасын арттыруға келеді. Бұл алдағы кезеңде елдің технологиялық және экономикалық серпілісіне серпін беретін концепцияны іске асыру бойынша стратегиялық көзқарас пен іс-шаралар біз белгіледік. Құрметті брифинг қатысушылары, менің баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, Рүстем Айдарбековичтен жауап беруге дайынмыз. Рахмет, Ғизат Мырза. Келесі сөз кезегі цифрлық үкіметті қолдау орталығының бас директоры Рүстем Мырза, өзіңізде. Рахмет, саламатсыз ба, құрметті жиналысқа қатысушылар. В рамках Всемирного банка был, ну, понятное дело, там тема искусственного интеллекта стала трендовой, и в рамках Всемирного банка для того, чтобы сделать буст и продвигать эту тему, был создан центр компетенции по искусственному интеллекту. Основная задача, ну, как бы у него состояла в том, чтобы развивать инновации и технологии внутри страны, консолидировать науку, бизнес и сообщество. На сегодня в рамках первой задачи центра компетенции мы работаем над, совместно с университетами, над созданием большой языковой модели и созданием инфраструктуры для того, чтобы в первую очередь государственные услуги, государственные сервисы, они могли быть реализованы уже с помощью инструментов искусственного интеллекта. Большой интерес бизнес к этому консорциуму сегодня проявляет. Ряд и ребят, которые работают в крупных компаниях, такие как Meta, Google, они изъявляют желание именно работать в рамках этого консорциума для того, чтобы помогать внутри страны создать действительно одну большую языковую модель, которая, собственно, в целом там большой социальный эффект придаст внутри страны. Ну и, конечно, там много проектов, кейсов, которые можно будет реализовывать на базе искусственного интеллекта. Спасибо большое, я готов ответить на вопросы. Рахмет, Рүстем Мырза, құрметті әріптестер, енді сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Әдеттегідей сұрақ-жауап бөлімін бастамастан бұрын регламент ережелерін естеріңізге саламын. Әр журналист екі сұрақтан бүгінгі тақырып аясында қоюға мүмкіндігі бар.
Алғашқы сұрақ қойушылардың қатарында Олыс Медиа, Асем Гумарова с нами напрямую. Она направила нам два вопроса. Столько же, сколько у искусственного интеллекта преимуществ, столько же у него и опасности. На сегодня можно сгенерировать все, что угодно. Например, видео от первого лица, где какая-нибудь женщина якобы обращается к своему ребенку. Все это становится идеальным инструментом в руках мошенников и более опасных преступников, жертвами которых станут дети и пожилые. Как вы можете прокомментировать эти опасения и какие меры будут предприниматься? Если позволите, спасибо большое за вопрос. Всем направила нам вопросы. Да, спасибо всем за вопрос. Действительно, есть много сегодня как бы и сторонников, и людей, которые боятся новых технологий, новых вот сегодня появившихся инструментов. Но нужно сказать, что в целом искусственный интеллект действительно он является, с одной стороны, и средством, которое помогает поднимать эффективность бизнеса, среды в целом. Никто сегодня не может свою жизнь представить без смартфона. Наверняка и А7 тоже благодаря смартфону отправил это сообщение. Но с другой стороны, как и у любого инструмента, есть обратная сторона, связанная с опасениями и рисками. Но в этой связи как раз, конечно, это станет уже частью сегодня жизни не только там внутри Казахстана, но и в целом на планете Земля. И для этого как раз тот же искусственный интеллект должен будет помогать выявлять различные фейки, выявлять мошенничество и так далее. Благодарю за ответ. Атамекен бизнес, Сымбат Серікқызы, бізбен тікелей байланыста. Сымбат, сәлематсыз ба? Қайырлы күн. Жаңа қазақ тіліндегі тілдік модель CAD-LLM деп атап өттіңіз, цифрлық даму министрлігіне сұрақ. Бұл жобаны жасап шығаруға қанша қаржы бөлінді? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Рұқсат болса, орысша тілде жауап берейін. Да, казахская языковая модель на текущий момент разрабатывается Назарбаевским университетом. Сегодня уже 30 миллиардов токенов были собраны, и эта модель как бы обучается на этих 30 миллиардов токенах. Окончание, запуск первой версии данной модели планируется в декабре текущего года, который будет на 100 миллиардных токенах. Касательно финансирования, я могу сказать, что здесь бюджетных средств не будет выделяться на этот проект, а весь проект будет за счет спонсорских средств, то есть реализуется за счет спонсорских средств. И я сейчас могу сказать, что на текущий момент, до конца года, данный проект обеспечен полными материальными ресурсами, вычислительными мощностями и так далее. Сымбат, сіздің екінші сұрағыңыз бар ма? Рахмет. С нами на прямой связи четвертая власть, Тамара Валь. Добрый день, Тамара. Мы слушаем ваши вопросы. Здравствуйте. Во-первых, не четвертая власть, а власть КИЗ, интернет-портал. Вам, как модератору, следовало бы знать. Во-вторых, скажите, пожалуйста, у меня вопрос к спикерам. Вот концепция по развитию искусственного интеллекта, да, она до 2029 года. Сколько на нее планируется выделить средств, сколько из них будет бюджетных, сколько из них будет частных и что это за частные инвестиции? Спасибо за вопрос. Смотрите, в рамках разработки концепции искусственного интеллекта правительством не проводилась Республиканская бюджетная комиссия. Поскольку выделение дополнительных средств для реализации мероприятий, которые заложены в концепции, не требуется. И все это будет происходить в рамках действующих программ. Но сколько-то денег на это нужно будет? В рамках действующих программ сколько нужно будет денег на реализацию концепции? На этот вопрос сегодня, сейчас я не могу ответить. Могу дополнительно ответить в письменном виде. Да, хорошо, я буду ждать. И что касается, я так понимаю, что по финансированию национальной платформы вы тоже не можете ответить, правильно? Да. А по созданию суперкомпьютера, вот вы сейчас говорили, что за счет спонсорских средств, да, это вот именно модель на казахском языке. Что это за спонсоры? Опять же, сколько денег? Здесь, смотрите,
Суперкомпьютер, создание суперкомпьютера – это отдельный проект от КазАЛЭМ. По суперкомпьютеру у нас отдельное направление, как бы по ним работа ведется. Касательно КазАЛЭМ, там могу озвучить только цифру, что там два спонсора, а кто именно, я, к сожалению, не могу озвучить по их желанию. По мере запуска этой платформы, этой модели КазАЛЭМ, как бы они по мере необходимости, ну, по их желанию, они будут, наверное, сами сделают какой-то пресс-релиз, либо озвучат свое участие в этом проекте. Но вы можете сказать, сколько денег спонсоры дали на суперкомпьютер и сколько денег вот на казахстанскую, на казахскую именно модель? Или вы тоже этого не знаете? Смотрите, суперкомпьютер, я еще раз говорю, суперкомпьютер — это отдельный проект, КазАЛЭМ — это отдельный проект. А сколько денег дали спонсоры, я, к сожалению, не могу озвучить. И какие это именно спонсоры? Хорошо, скажите тогда, пожалуйста, может быть, вы сможете ответить на этот вопрос. Создание национальной платформы, создание суперкомпьютера и всех остальных вещей, которые прописаны в концепции, этим будут заниматься исключительно казахстанские специалисты, или вы будете привлекать из других стран айтишников, и из каких стран тогда эти айтишники будут? Нет, смотрите, создание казахстанской ЛЛМ, оно уже сейчас разрабатывается, и в нем участвуют наши непосредственно казахстанские ученые, сотрудники национальных информационных технологий, сотрудники Тельгазна и Центра поддержки цифрового правительства. И также по созданию национальной платформы мы тоже планируем это сделать за счет сотрудников национальной информационной технологии. И как бы у нас, в принципе, своих кадров хватает для реализации всех этих проектов. Центов, это все будет реализовано именно казахстанскими кадрами? Да, да, все верно. Спасибо. Спасибо, Тамара. Бізбен тікелей байланыста Атамекен Бизнес, Ботагөз Марабаева. Ботагөз, саламатсызбы? Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день, ваши вопросы. Я хотела уточнить, вот во время выступления на саммите Организации тюркских государств в прошлом году в Астане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать единый алфавит тюркских стран. Ранее сообщалось, что тюркские государства обсуждают создание единого алфавита, а вот наш президент в июле этого года предложил с помощью ИИ разработать большую языковую тюркскую модель. Вот в нее будет ли интегрироваться тюркский алфавит, или это совершенно отдельные вещи? Спасибо за вопрос, если позволите. На самом деле, действительно, вот идея создания тюркской модели языка, она очень там активно сейчас обсуждается и имеет под собой там, ну, какую-то перспективу. Во-первых, потому что на тюркских языках сегодня в мире разговаривает порядка 300 миллионов людей. Вот. Туда входят и все группы, в том числе и турецкий язык. И для модели, на самом деле, уже как бы без разницы, какой алфавит в странах применяется, здесь вопрос стоит только в обучении, добавлении тюркских языков в модель, которая сегодня там разрабатывается в рамках нашего проекта. То есть, получается, такого тюркского алфавита, как такового, внедряться общего одного на все наши страны, да, тюркскоязычные страны, не будет внедряться, правильно я поняла? Вот, я бы сказал так, на сегодня вопрос стоит только в том, чтобы единая модель для тюркских языков, да, наверное, там будет разработана, но вот именно в каком виде там алфавит единый или не единый, ну, я не думаю, что сегодня там кто-то ставит это на повестку. Хорошо, спасибо. Спасибо, Ботагөз. Бізбен келесі тізімде Мадина Жатқанбаева жоқ, әріптесіміз Хакмедия Қожақбет Кенесбеков жоқ. Ротель Кизет, Ольга Воронко с нами на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда должен заработать в этот суперкомпьютер? И вот для могли бы вы вот простыми словами для, ну, большой части казахстанцев объяснить вообще, что для чего он нужен и чем он будет заниматься? Спасибо за вопрос. Суперкомпьютер – это вычислители мощности, это сервера, которые могут обрабатывать большой объем данных.
На текущий момент нашим министерством совместно с Самрук-Казна и международными партнерами ведется работа по запуску суперкомпьютера у нас в Казахстане, то есть по импорту этих чипов в Казахстан, потом по запуску. Но мы все должны понимать, что именно в отношении направления в целом этих вычислительных мощностей, очень сильных, правительство США внедрило очень такое сильное регулирование. И по этой причине мы на текущий момент по всем нашим этим проектам по созданию суперкомпьютера находимся на стадии получения экспортной лицензии от правительства США для импорта этих чипов к нам в Казахстан. Я не поняла. То есть вы пока не можете сказать, чем он будет заниматься, для чего он нам нужен? Если позволите, я прокомментирую. Во-первых, суперкомпьютер для того, чтобы вы быстрее получать информацию. Сегодня, например, если вы пойдете там в медицинское учреждение получить диагноз там по съемке ваших, например, легких, вы же не будете ждать там месяц, да? То есть супермашина, компьютер для этого и нужен, чтобы здесь и сейчас после рентгеновского снимка ваших легких дать быстрый результат. Вот. И это один из примеров, где это, например, может быть применяться. Другой пример, к примеру, сегодня в государство в рамках электронных обращений что-то около 26-29 миллионов людей обращаются в рамках ЕОТНШ, да? И всю эту массу, и этот ком постоянно растет, чтобы его быстрее обрабатывать и более качественно в содержательном плане, для этого и нужны тоже там суперкомпьютеры, для того, чтобы он быстрее обрабатывал, делал краткое содержание, например, и где-то даже и заменял работу на вопросы, которые там не требуют глубокого анализа. Вот кратко там два примера. А так на самом деле там таких примеров много. В системе дорожного движения сегодня мы все в Астане получаем протоколы от Сергека сразу в телефон. А таких вот аналитики очень много. Курение, сбрасывание мусора там на дорогах и так далее. То есть это очень большой спектр применения инструментов, которые позволят выявлять и помогать как бы делать жизнь там людей легче и лучше. Угу, спасибо. Скажите, пожалуйста, будет ли он применяться для того, чтобы вот проводить мониторинг работы правительства, государственных органов, вот то, чем сейчас занимается Ревкомиссия, или как там она правильно называется, аудиторы. Вот, то есть, недавняя проверка высшей аудиторской палаты выявила, что у нас там цены на лекарства сильно завышались, что потом просроченных лекарств становилось все больше, которые там для списания. То есть, вот сможет ли этот компьютер, допустим, заменить аудиторов и выдавать сразу результаты на каком-то там, я не знаю, сайте для того, чтобы сразу было, Я вас понял. Ликвидировать вот эти вот ситуации. Да, спасибо. Действительно, очень правильную тему подняли. Здесь первое, искусственный интеллект не заменит людей, но облегчит жизнь, да. Как мы видим, сегодня там даже аудиторы любые, которые сегодня занимаются там анализом, они очень много времени тратят на анализ. Инструменты быстрой обработки, они там, да, где-то быстрее облегчат работу, и замыленные где-то глаза тоже там помогут более эффективно делать ту работу, которая сегодня делается. И вообще в целом нужно сказать, в системе государственной службы там порядка 30% являются процессными, и это можно где-то на машину заменить. Нельзя заменить всех госслужащих, но какие-то процессы, которые рутинные в рамках там, трансформации, можно заменить машиной. Обработка писем, передача, ответы быстрые и так далее. А где-то скоринговые модели.